Всем привет! Мы сегодня выбрались на такую фантастическую природу в окрестностях горы Сабирбаш в Северском районе. Мы сегодня с Надей, с Настей и с Юлей. Мы обсматриваем луга на наличие шампиньонов, головачей и луговых опят. Настя нашла первую находку. Это шампиньон. Давайте посмотрим его на целостность. Ну, достаточно свежий и чистый. Еще один молодой шампиньончик. Да, суховатый, но он чистый. Маленький. Еще пара шампиков здесь, на этой лужайке. Но сейчас погода достаточно сухая. За бортом уже сейчас, наверное, градусов 20-22. А днем сегодня передавали 33. И, естественно, грибы какие есть, они уже начинают портиться. Семейка луговых опят. Обратите внимание, как они выглядят. Надя говорит, шампиньончик нашла. Так, поближе, чтобы вы увидели. Пластинки у этих грибов. Такие вот они редкие. Опенок этот луговой без юбочки. И выглядит просто как маленький бледный грибок. Но запах у него изумительный. Из этих грибов мы берем только шляпки, потому что ножка у них будет жестковата. Особенно у экземпляров постарше. Эти грибы хорошо будут идти в супы, они очень ароматные, можно делать пироги с начинкой из этих грибов, да все что угодно. Единственное, что собирать их, конечно, немножко муторно из-за размеров. Еще один шампиньончик попался, здесь даже их два рядышком, они растут группой всегда, небольшой, достаточно свежий, чистый, прямо хороший. И еще один. Вот такой вот, чуть раскрывшийся. И уже немножко потемнее пластинки у него. Здесь нам попался головач мешковатый. Такие грибы я уже собирала в своем видео в апрельском. И вот сегодня мы проверяем практически такие же луга. Вот попадаются такие вот сочные экземпляры. Давайте его срежем и посмотрим, что же он из себя представляет. Кстати, он не такой, как обычный дождевик, он растет все-таки на ножке. Небольшая ножка у него есть, но этот головач уже плохой. Посмотрите на его цвет. Нам нужен чистый экземпляр, а здесь он уже потемнел внутри. Такой мы экземпляр брать не будем, он уже старый. Ох, чистяк! Свежий! Красота. Такой вот еще маленький головач мешковатый. Этот прям бружистый. Головач мешковатый. Вкусный дождевик. Сыроежка вылезла прямо из глины. Давайте проверим ее на червивость. Идеальная сыроежка, чистейшая. И мы ее забираем. Тут, кстати, она не одна. Сейчас еще раз развернусь, срежу. Вот она вторая. А это червивая. Эту оставляем. Идем уже в обратный путь. Вот с этой стороны осиновый лес. А вот здесь вот поля, луга. И уже на обратном пути. Смотрите, что нашли. Здесь же на обочине. Знаете, попались вот такие вот красавчики. Подосики. Представляете, на поле. Подосиновики в поле. Такое, я думала, только осенью бывает. А нет, вот они, красавцы. Попробуем их срезать. Они очень так красиво растут на мху.
Чистенькие, смотрите, под шляпкой хороши. Палец свежие, видимо, сегодня проклюнулись, потому что они еще в стадии вот таких вот шариков. Чистенькие, хорошенькие. Смотрите, какой. Чистота. И второй. Тоже, наверное, я думаю, что будет чистенький. Да. Видите, какие прям пластиночки розоватые проскакивают. И там девчонки нашли еще, зовут меня. Еще один. Красавец. Да, прям даже не раскрылся еще. Ой, тут этих шампиков прям свежачок, смотрите. Вот один. Второй. Третий. Четвертый малыш. Пятый, самый крупный, прямо очень красивый. Блестит на солнышке. А здесь целый ведьмин круг. Посмотрите, вот так вот идет, 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 идет. И просто по кругу. Кругляшки. Много так их. Но это хорошо. Нам прям повезло. Это прям свежее. Прям свежее, потому что после утренней росы лезут белые шарики. Ох, классно как. Вот прям такая вот грибалка мне нравится. С опятами сегодня луговыми не очень везет. Нам везет с шампиньонами. Вот такой вот ассортимент маленьких свеженьких грибочков с одной полянки, которые росли ведьминым кругом после утренней росы. Достаточно свежие. И все, кстати, чистенькие. Смотрите, они все чистейшие. После шампиньонового поля, где я успешно потеряла нож при последних срезаниях шампиньонов, мы остановились на обратном пути еще в осиновой рощице. И Настя нашла вот такого вот на жаре, на лужайке, красавца подосиновика. Вот он, красавчик какой. Ну, теперь будем выкручивать без ножа. Сыроежки здесь попадаются свеженькие. Разламывать и смотреть. Ну, чистая. Будем брать сыроежки. Ассортимент в лесу уже увеличивается. Смотрите, наша еще одна находка. Это маховичок зеленый. Он достаточно чистый. Настя нашла ТСЖ в довольно молодом состоянии. Только срезать нам его нечем. Поэтому отламывай. Будем отламывать. Ну а что делать? Мягкий? Да. Ну, даже ТСЖ-шка лезет, несмотря на такую жару. Прям сок сразу течет. Угу. Классно. А в корзинке что покажи? Ну, сейчас помнешь подосиновички. А в корзинке у нас два шампика, маленький подберезовик и маховичок. Маховичок, ага. Ну все, подходит к концу наша разведка, потому что идем, время уже почти 12. Синик все еще не кончается, но грибов в нем практически нет. Встретили
троих грибников, у каждого по паре подосиновиков, ну таких неплохих, сыроежка. Из найденного в Дубраве, пока шли через Дубраву, нашли подгрузки. Такие вот неплохие, свеженькие. Проверить на червивость не могу, потому что нет ножа. Ну, вот такая вот сегодня у нас разведочка. Вот то, что показала. Называется «Возьми большую тару и не насобирай мне ничего». А если взяла маленькую картинку, я думаю, мы что-то насобирали. Сижу, жду Настю. И будем отправляться в обратный путь к машине. Ну, в принципе, сегодня мы открыли для себя несколько новых мест, куда можно сходить за грибами. За такими, к примеру, как яичный гриб, цезарь, да, мухомор. И дубовички. То, что лес такой, я думаю, прямо он тут располагает. Ну и осинник новый, который нас будет радовать еще не раз, я думаю, порадует нас грибами. Сейчас просто за бортом уже 35, по-моему, все, а в тени... Тени 35, а на солнце, наверное, все 45. Потому что очень жарко, но раздеваться нельзя, потому что кусают мошки, прилипают к телу. Комары уже активизировались, клещей полно. Так что осматривайте себя всегда на наличие клещей после леса. Ну, а мы сегодня уставшие, но, в принципе, довольные. Возвращаемся не с пустыми руками. У меня еще в машине чабрец, который я сегодня наконец-то нашла после долгих поисков на горе, там, где мы собирали шампиньоны, высоко на горе, конечно, но я теперь хотя бы знаю место, где она растет, эта травка для наших чаев. Поэтому на сегодня будем прощаться. Всем полных корзин, хороших разведок. Ну, а нам, я думаю, не помешало бы дождей. Будем шаманить дождик. И собирать летние грибы. Всем пока!